Кстати, мы спроектировали стеновые панели таким образом, что их можно производить, используя разнообразное местное сырье. Так, для производства панелей можно использовать всю линейку легких бетонов, таких как керамзитобетон, газобетон, пемзобетон, вермикулитбетон, пенополистиролбетон, стеклопену, а также бетоны с применением микросферы, опилок, щепы, соломы, целлюлезы, войлока и даже текстильных волокон. Мы можем использовать все типы известных на сегодня утеплителей – заливаемые, засыпаемые и укладываемые. При этом стоимость здания, построенного по нашей технологии, значительно ниже, чем при строительстве другими известными способами. Например, на возведение одного этажа общей площадью 800 квадратных метров понадобится 40 армированных колонн, 40 панелей и 40 карнизов, а также 270 квадратных метров несущей стены, 36 окон и радиаторов отопления, один электрический шкаф и 800 квадратных метров бетонного перекрытия. С учетом стоимости двух лифтов, двух лестничных маршей, а также фундамента и кровли, цена одного квадратного метра жилой площади составляет всего $205. Наша стеновая панель универсальна. Ее малая ширина позволяет строить здания самых разнообразных типов и планировок, что невозможно при классическом панельном домостроении с использованием крупных плит. При этом фасадная часть панели отливается на заводе в процессе производства. Это позволяет легко и без затрат менять тип панели, а вместе с ним и внешний вид здания, чтобы обеспечить архитектурное многообразие города. Кроме этого, мы разработали и испытали около 500 вариантов фасадов и балконов, которые позволяют получать бесконечное количество комбинаций внешнего вида зданий. Любой архитектор знает, что балконы являются одним из наиболее значимых элементов оформления фасада. Обратите внимание, как балконы меняют облик здания. Благодаря большому разнообразию балконов и панелей, мы можем построить 1000 городов, и все они будут не похожи друг на друга.